Наша редакция поздравляет металлургов с профессиональным праздником. Желаем, чтобы ваша жизнь была крепким сплавом из любви, удачи и достатка. А еще больше поздравлений подготовили жители Челябинска. Берегите здоровье, друзья металлурги. Ваш труд очень тяжелый и трудный. Достойную зарплату. Они этого заслужили. Здоровья, удачи, быть счастливыми. Чтобы у них были крепкие семьи, здоровые дети. Вот это, мне кажется, самое большое счастье, когда дети здоровые, радостные. Уверенности в себе, в своей работе, получать удовольствие от той красоты плавленного металла, который они видят каждый день. Трудиться, денег побольше и здоровья, самое главное. Там же очень жарко, и поэтому они должны быть здоровыми. Это в обязательном порядке. Ну и раз здоровье, то надо и питаться хорошо. Даже заработной платой им надо большую.